нас сначала начался урок математики, мы должны писали контрольную. Потом, когда уже номер написал, там сразу уже было выстрел, два выстрела. И нам сразу сказали закрыться дверь и забаррикадироваться. Вы закрыли двери, забаррикадировались? Да, и сидели потом, пока нас не шумели. Стучались, сказали полиция, от полиции открывайте, мы пришли вас эвакуировать. Потом мы не отреагировали никак. Сказали фамилию, имя, отчество Татьяны Германовны, и мы открыли. В Вайбере и в Ватсапе написала: прощай, мама, я тебя очень люблю. Так. Я подумала, что это шутка. Много раненых детей выносили у нас на глазах. Мы, конечно, переживали за дочку. Мы постучали в дверь и заорали: полиция, полиция. Мы не поверили, конечно, и нам просто начали выламывать дверь, выломили, и нам сказали: быстро все выбегаем. Катя, как фамилия? Степанова. Степанова. Страшно, все кричали, паниковали. В закрытом кабинете сидели, били по нашей двери. И били, ну, металлическим чем-то, пистолетом, скорее всего.